Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и какую компанию вы сегодня представляете? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Блинов. Представляю компанию PimPay. PimPay работает на рынке электронной коммерции уже с 2012 года. Мы разрабатываем финтех-сервисы и сервисы, которые оптимизируют логистику интернет-магазинов. Основные наши сервисы, которые мы представляем на этой выставке, это ускоренные перечисления наложенных платежей, PimPay-контроль и сервис, который как раз новинка, которая нашей компании, это сервис MetaShip. Это интеграционная шина, которая позволяет за счет за один API-канал либо одну интеграцию подключаться ко всем службам доставки на российском рынке интернет-торговли, включая Почту России. Это как раз вот основная наша цель. Мы презентуем здесь этот продукт. Если говорить глобально, как вы считаете, какие направления интернет-торговли являются наиболее перспективными? Направления интернет-торговли, вы говорите про товарное направление или вообще в целом про сервисные? Да, про сервис, про услуги. Но я вижу, что сейчас одно из самых перспективных, что мы видим, это развитие сетей постаматов. То есть сейчас очень сильно растут постаматы. Как ПВЗ мы уже видели, последние два года росли ПВЗ. То есть объем курьерских доставок немножко падал, не курьерские, выросли ПВЗ. Сейчас как раз я думаю, то, что объем с ПВЗ будет уходить на постаматы. То есть такой тренд мы видим. А если говорить про проблемы интернет-коммерции, то какие наиболее остро стоят сегодня? Наиболее острые проблемы. Давайте расскажу проблему, которую мы видим и которую мы пытаемся решать. Это качество и SLA доставки. То есть интернет-магазин очень сложно, первое, отслеживать качество предоставляемых услуг курьерскими службами, а также как вести эту претензионную работу со службами, потому что во многих службах она не регламентирована и достаточно сложно. Это такая вот узкая проблема, которую мы решаем своим сервисом PimPay Контроль. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.